Певица сфотографировалась на саб-бордо в Италии. Популярная певица Настя Каменских опубликовала горячее фото с курорта в итальянской Сардинии, где отдыхает вместе с мужем Алексеем Потапенко. Артистка рассказала, что даже в отпуске не позволяет себе отказаться от занятий спортом. На фото 32-летняя певица запечатлена в ярко-желтом раздельном купальнике бикини на доске для сабсерфинга. Ребята, я наконец-то ворвалась в отпуск. Но и здесь я не только нежусь на пляже, но и занимаюсь разными спортивными активностями. Рассказала поклонникам Настя, уточнив, что каталась на пагод-бордо и испытала невероятные ощущения. Звезда призналась, что устоять на волнах ей удалось не сразу, но она решила не сдаваться, пока не добьется результата. Хотите чего-то, пробуйте, если упали, поднимайтесь и продолжайте. Упорно идите к своей цели, и у вас все выйдет. Посоветовала фолловерам Каменских.